是在幻想未来的结局，珍惜着每次零距离，害怕失去，若即若离。我们不是故事里的主角，只是爱过的人，把记忆延续。Я же говорил вам, и вы просто ничего не понимаете. Во всем эта ведьма виновата. О чем ты? Она не ведьма. Она нас спасла. Что? Спасла нас? В доме наставника императора мне не удалось излечить его матушку, но она появилась и помогла. То есть, она вымолила нам прощение? Ничего подобного. Она действовала. Вылечила старую госпожу своим способом. Что? Это немного странно. И зачем ей нам помогать? Но, судя по ситуации, мы должны быть ей благодарны. Поэтому больше не оскорбляй ее. Хозяйка, к вам пришли. О! Разве это не куртизанка из Дома Цветов? Хочешь присоединиться к Дому Цветов Абрикоса? Приветствую вас. Я восхищена вами и вашим домом. Вы смелая женщина, настоящая светская львица. О чем ты? Взгляните на вашу осанку. И на этот жирок. Как дерзко. Маленькая девчонка пришла поговорить или хочешь драться? Дом Цветущих Цветов скоро станет вашим. Это всего лишь вопрос времени. Но мне... очень жаль мою хозяйку. Долг есть долг. Что такое этот дом цветов? У госпожи есть хитрый план, который увеличит прибыль везде. Интересно послушать. А лучшая куртизанка не зря лучшая. Рассказывай. Сестра, вы только подумайте. Что если мы распространим слух, что между известными домом цветов Абрикоса и домом цветущих цветов пройдет соревнование? Что тогда? Я не понимаю. Мы проведем конкурс талантов. Если Дом Цветов Абрикоса выиграет, тогда Дом Цветущих Цветов и его куртизанки, естественно, со всем сердцем будут служить госпоже. Но если Дом Цветов выиграет, вы забудете о долге. А ты невероятно изворотливая. С основания моего дома мы никогда не проигрывали, так что Дом Цветов будет моим в любом случае. Это лишь вопрос времени, госпожа. Думайте шире. Цель победить в конкурсе? Нет. Это шанс разрекламировать свой дом. Сделать так, чтобы о нем знал каждый житель города. Клиенты потекут нескончаемым потоком, неся с собой монеты. К тому же, кто вы, госпожа? Кто ваш конкурент? Дом Цветов Абрикоса? Точно победит. Хорошо. Если соглашусь на конкурс, как ты обеспечишь его честность, госпожа? Вы не доверяете мне или главному ученому? Главный ученый разрешит нашу судьбу. Что? Конкурировать с Домом Цветов Абрикоса? Хозяйка согласилась, только услышав. Что главный ученый будет судьей? Ты в своем уме? Она хочет денег, а не соревнования. Ты не понимаешь? Договоримся. Я побеждаю в соревновании. Деньги отдаю тебе. В нашем положении как мы победим? Хозяйка, вы должны верить в нас. Это твой дом или мой? В этом конкурсе я не буду участвовать. Можешь не участвовать. Только потом не плачь, что тебя вышвырнут из Дома Цветов. Ты! Сестра Хуа, мы же все женщины. Ну зачем нам усложнять друг другу жизнь? Юэр, учитывая нашу ситуацию, знаю. Доверься мне, есть способ. Познай себя и врага, и тогда не проиграешь. И какой у нас шанс на победу? 3 из 10.
Хозяйка? Только три? Господин, я понимаю ваши чувства. Я всю ночь размышлял. Ты размышлял? А я много пережил. Столько мыслей. Господин, не поддавайтесь под чары этой ведьмы. Слышали? Лихуань! Что ты... Нет, ни за что.